Итак, это срез. Есть минута времени. Вход язык сходу. Java, Kotlin, Python, JS. Прекрасно. Для начала. Один парень, вот это видео будет, даю крутой гай, как устроиться в Сбер. За пару дней вон сколько лайков. Почти год назад конкретно занимаюсь программированием, до этого пару лет смотрел, циферки менял. Это видео конкретно дало осознать, насколько долго, много и упорно придется трудиться. Здесь есть ошибка. Надо изменить подход. И подход изменит порядок. Все очень просто. Поехали. Итак, берем срез, объект. Для того, чтобы писать, есть определенный момент. Я ранее говорил, вот с человеком тоже будет ссылка. Мы месяц разбирались, что такое объект. Пришло время. С новичком разбираться, что такое объект, бесполезно. Надо определенный этап пройти. Вот здесь написано все неверно. То есть дальнейшая работа с языками бесполезна. Давайте подумаем, какой вопрос надо было правильно поставить. С чего начинается язык? Ну, хорошо. Пойдем сначала в Kotlin. Kotlin начинается с класса Ани. Идем в исходный код. Мы вернемся сюда. Это нам строка говорит, что что-то должно быть первым. Ну, вполне очевидно. Давайте попробуем на Python. На Python. Это просто проще. Самое простое. Угу. Быстренько проверяем тип. СТР. Проверяем, что это за СТР. Что это за хрень такая? Получаем тип. Быстренько проверяем тип, который вывели. Тип. Дальше будет одинаково. Стоп. Что-то нам подсказывает, что творится что-то того, чего мы не знаем. То есть сейчас не подходит долго заниматься. Сейчас подходит изменить порядок. Вот это будет правильно. Смотрим. Бац! То же самое. Kotlin. Kotlin совместим с Java. Гарантированно Java с этого же начинается. Все языки все подобные. Итак, если взять с этого среза для того, чтобы Java, Kotlin, Python, JS, то есть нам надо соображать, что здесь написано. Здесь написано, что я ничего не понимаю. То есть, если я захожу в язык, я не знаю, чем мне мыслить. Мне не сказали. Я не смогу ни читать документацию, ни читать код, ни программировать. У меня нет почвы. В данном случае у парня прекрасно все получится, только надо немножко поразмышлять. Если просто сказать, пробовал, не работает, говоришь, бла-бла-бла-бла-бла-бла, все по порядку. Ага, ничего не понимаю, забыл. Второй метод, добиваемся. Раз задание, хреневерно, подсказал. Пока не прорастет, как только увижу примерную формировку, что верно, тогда поясню и скажу, где лучше дочитать. Тогда сработает. Гарантированно. Ну, а тогда все языки будут одинаково видны. Просто, легко, понятно. Поэтому вот это мы вообще убираем. Будем исходить из того, что имя мы будем предполагать именованный объект, поэтому убираем, он не связан никак. Здесь нам надо что-то закончить, чтобы что-то закончить, надо поставить. Здесь имеет значение порядок понятий. Сначала с чего начинается язык, раз. Второе, тогда мы сформулируем, наконец, что такое третий объект. И третье, о чем же мы будем думать, чем будем жонглировать во всех этих языках. Нам больше ничего не надо, нам надо 3 минуты разобраться. Значит, что, если они C подобные, но надо хотя бы разобраться, что это в C++. Это всего лишь фрагмент. Можно посмотреть видео
я не понимаю вообще, как стать программистом, оно есть. Второе, крутой гайд, но, тем не менее, вот этому парню я дал подсказку, надо подход и порядок. Лучше разобраться один раз с объектом, в данном случае это всего лишь средик, да, но, тем не менее, в всех четырех языках нам больше париться не надо будет. Появится, чем размышлять, чем читать документацию, как размышлять, и можно идти дальше. Без этого стопор. У кого возникло желание навести порядок в языке, все просто, СПБ, приходим учиться, записываемся и начинаем играться, добиваться. Читаем индивидуально, нажимаем «Купить», выбираем план и занимаемся. Порядок изучения имеет самое огромное значение. У кого желание побежать разбираться с объектом, бесполезно. Бесполезно. Бесполезно, ребят, бесполезно. Нужна подготовка. Вот с этим парнем эта статья тоже будет. Я приступил к этому только через 50 часов. С теми, кто программист, приступаю сразу к этим вещам. То есть надо момент дозреть, чтобы созрела необходимость это понимать. Новичку ты говори, как горох об стенку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повторение не будет иметь значения, потому что он это забудет. Потом, когда он зайдет в любой язык, например, Java, Kotlin, Python, JS, он же не пойдет сюда. Конечно, не пойдет, там страшно. А здесь написано, ой, я же это знаю. Прекрасно, я теперь знаю, что делать с этим языком, мне надо только пару вещей посмотреть, как все просто. Если все-таки уперлись, я не знаю, что делать, смотрим видео, и если все-таки хотим устроиться на работу, то да-да, смотрим вот это видео, а здесь был фрагментик, что это всего лишь кусочек, да, но какой важный, без него ничего не будет. Вот то же самое, что масло в автомобиль, да, ничего никуда не поедет, весь механизм сломается. Вопрос. Ребят, вот для вас лично скажите себе правду, мне не надо. Для вас до сих пор объект это слово или то, чем вы размышляете? Если это слово, то надо задуматься, что делать, куда идти, как учиться, показал. Все, у меня все. Все, спасибо, больше вашего времени отнимаю. Самое главное, запомните, каждый из вас программист. Теперь записываем. Порядок и подход имеют значение. Все.